Ну, я думаю, что так или иначе подобного рода разговоры велись, может быть, на, так сказать, более низком уровне, неформальном. Вот. Я думаю, что перенос этого вопроса в публичную плоскость означает действительно о том, что проблема назрела и перезрела, и российская сторона уделяет более серьезное теперь уже внимание продолжающейся блокаде Нагорного Карабаха. Потому что, если не ошибаюсь, там было не только высказывание Лаврова, но и Лукашевича, тоже выдержанное в той же стилистике о необходимости прекращения текущей ненормальной ситуации. Но я думаю, что это означает некоторую интенсификацию посреднических усилий российской стороны. Прислушивается ли это к Баку? Ну, я надеюсь, что да. Но окончательный ответ на этот вопрос могут дать только в Баку, безусловно. Пока, по-моему, там таких признаков нету. Блокада продолжается, к большому сожалению. Я не думаю, что это первый звоночек. Это, скажем так, очередной звоночек в той работе, которую ведет Россия, и которая, безусловно, ограничена в силу разных объективных обстоятельств вот только такими публичными увещеваниями и, скажем так, дипломатическими, возможно, военно-дипломатическими контактами различного уровня. Мне трудно сказать, насколько эффективными они окажутся.